Знаете ли вы эту волшебную сказку о том, что по правую руку иллюстратора сидит 3D-моделер, а по левую руку иллюстратора сидит фотограф? И эти волшебные люди готовы в любой момент помочь несчастному коллеге. Но реальность такова, что этих людей либо нет рядом совсем, либо они не учтены в бюджете проекта, и все, что мы не можем быстренько найти в интернете для концепции, нам приходится рисовать руками. Сегодня мне нужно нарисовать золотой подтек для своего суперсекретного проекта, и я решила продемонстрировать вам, как я буду делать эту концепцию, и, возможно, у меня получится научить вас чему-нибудь новенькому в этот раз. Поехали! Пером я отрисовала четкую форму своего будущего золотого подтека и, пользуясь заранее подготовленной палитрой, сейчас наношу основной объем на золото, сверяясь с светотенью на банане. То есть цвет у нас падает справа, тень ложится слева. Заморачиваться с этой работой не имеет особого смысла, но границы лучше оставлять мягкими, чтобы потом ничего не размывать. Теперь с помощью инструмента Lasso я создаю четкие границы рефлексов в полутонах и тенях. Создаю новый слой для каждого оттенка, чтобы можно было его легко отредактировать впоследствии. Золото – это поверхность практически зеркальная, отражает все, что находится вокруг. Так что можно представить себе, что вокруг находится что-то очень удобное нам для графики, и отразить его без зазрения совести, потому что никто никогда не проверит. Однако рефлексы стоит укладывать строго по форме, потому что в этом и будет заключаться реализм вашей картинки. А подводить цвет по форме подтеков очень удобно инструментом палец. Таким образом я разбросала основной объем и общий рисунок теней и рефлексов на золоте. Ну а следующим шагом будет послойное и более подробное редактирование теней и рефлексов. Я пользуюсь исключительно инструментом палец, потому что нужно передать гладкость формы, и мы не можем себе позволить никаких мазков и грубых каких-то следов рисования на поверхности. Теперь наступило время более глубокой детализации. Рисую рефлексы в тенях, более подробно занимаюсь мелкими объемами, капельками. В общем, следую золотому правилу рисунка, переходить от общего к частному, потому что когда общий рисунок, общий объем уже намечен, гораздо легче не запутаться в рисовании деталей. Не нужно забывать и о цвете. Несмотря на то, что границы рефлексов в золоте очень четкие, внутри них есть свои переходы от светлого к темному и от одного цвета к другому. Итак, мы отразили что-то далекое и теплое вдали и в капельках близкую желтую кожурку банана. И последний этап работы – это детализация переходов, более четкая прорисовка объемов. Ну и вообще можно всячески доводить свою работу до совершенства. И именно начиная с этого этапа вы можете дойти до полного реализма изображения. Если по мотивам этого урока вам удалось нарисовать что-нибудь золотое, серебряное, медное, ну, в общем, блестящее, пожалуйста, покажите мне вашу работу в комментариях к этому видео. Мне будет очень приятно. Спасибо и пока!